еще проверка. Мы прочистили театр элементов. Шерон? С ней все в порядке. Несколько часов назад группа Логана была замечена в Мексике. Он был там, но Ирена захватила Гейба и Кана. Майк, Юн, мне нужно заменить их. У нас хаос, и Логану нужна ваша помощь. Бишоп, ты перенаправлен обратно на базу. Теперь Альварес их забот. Понял, возвращаюсь на базу. Вы меня слышите? Эй, как слышно? Я слышу его. Если мы сейчас ничего не сделаем, мы упустим шанс. Он будет в самолете еще несколько часов. Я не могу помочь вам без поддержки. Если вам кажется, что это опасно, уходите. Гарри, доставь нас к взлетной полосе. Зачем Кабрера это сделали? Атака выглядит совершенно случайной. Может быть. Может, они вообще не вкладывают в это смысла. Это твоя теория? Нет. Взлетная полоса будет хорошо охраняться. Я не могу рисковать и высаживать вас туда. Мы начнем двигаться от месторождения нефти. Мы должны разделиться. Я лучше работаю в одиночку. Осторожнее, свяжитесь со мной, если найдете Альвареса. Мы возьмем его живьем. Гарри, я начну отсюда. Посадите меня ближе.
уверен, что это то место. Мне это не нравится. Где все? Альварес готовит Андин. Мне ведь хочется, чтобы тебе заплатили, конечно, так? Он свяжется с нами, когда будет готов улететь. Пишет там, охраняет. Боже! Fully.
вместе с ними. Понял. Я смотрю взлетную полосу и свяжусь с вами.